Рынок закупок. Как его покорить? Кто-то даже не пытается. Другие сходят на полпути, а третьи идут до конца и становятся амбассадорами. Основная тема дискуссии амбассадоров портала поставщиков с представителями органов власти – это возможности работы на рынке закупок. Мы пытаемся через такие встречи получить обратную связь. Это, наверное, первый приоритет. И вот на сегодняшней конкретной встрече мы стали получать не приглашение, а участие со стороны бизнеса из регионов, которые готовы продвигать, наверное, те возможности, которые мы предлагаем за счет инфраструктуры, за счет цифровых технологичных решений. Да? Нам кажется, это очень хороший сигнал. Это говорит о том, что люди эти решения приняли сами. Это говорит о том, что их уровень доверия к такой форме и общения, и коммуникации, а самое главное, формирование деловых партнерских отношений, воспринимается хорошо, позитивно, и они реагируют участием и предложением себя для того, чтобы они были центром, возможностью рассказывать о других, как у меня получилось. Инициатором проекта «Амбассадоры портала поставщиков» является департамент города Москвы по конкурентной политике. Он стартовал этим летом. Его участники транслируют ценности портала, развивают юзабилити интернет-ресурса и передают успешный опыт региональным коллегам. Порталом стоит пользоваться в первую очередь, потому что это налаживает диалог с заказчиком. Это отличный способ выйти на рынок B2G. И самое главное, учит не бояться конкуренции. Чтобы стать амбассадором проекта, необходимо быть активным пользователем портала и иметь подтвержденный заказчиками опыт надежного поставщика. При этом жить в столице вовсе не обязательно. На портале работают предприниматели всех регионов. Большинство из них – представители малого бизнеса. Руслан Давлетшин из Пермского края занимается поставкой канцелярских товаров. С января этого года мы работаем на портале поставщиков, и наша клиентская база заметно расширилась. Пока мы работаем только по Пермскому краю, но надеемся в ближайшее время выйти и на другие регионы, в том числе и на Москву. Большой запрос у государственных заказчиков и на клининговые услуги. В среднем на один контракт могут претендовать 10 компаний. Конкуренции не боимся, да, но она есть сначала здоровая и нездоровая. Портал нам позволяет участвовать в торгах, которые мы с успехом выигрываем. Портал поставщиков дает возможность расширения портфеля заказов для предпринимателей при прозрачной конкуренции. 160 тысяч компаний уже работают через этот интернет-ресурс, поставляя товары и оказывая услуги, выполняя работы заказчикам 33 регионов России.